Питер, по CSGO от Valve. DreamHack, первый 13-й. DreamHack Winter 13, да? Ну да. Получается. Да за что? Давайте проведем. Какая команда победила на EMS One Katowice 2014 года? Virtus Pro. Да за твою мать, я даже ответить не успеваю. Неотас, Паша, Бьяли. Так, Неотас, Паша, Бьяли. Снакс я не назвал, да? Ну хоть так. Ой, оно как будто... На каком матче по CSGO призовой впервые достиг отметки 1 миллиона долларов? В Коламбусе MLG. Есть хоть где тут, Витя? Сколько турниров серии Мейджор состоялось в 2015 году? Три. Я не помню. Катовица 15, дальше Кёльн и какой же там еще был такой, да? Киев Мейджор это был, точно, тебе нет, говорю. Нет, отвечай, смотри, Киев Мейджор. Е-лиги тогда не было, MLG был... MLG, наверное, да? DreamHack лучше. Боже, это самый голимый мажор был, просто поэтому не помню. Это лучше, это отныне мой любимый мажор. На каком турнире от Wales участвовало 23 команды? Когда они приехали 100 воров, это было Е-лига. Какая? Е-лига была 17-я. Соответственно, 18-я получается? Что? Иногда нужно ждать. Он не помнил даже, когда 23 команды было. Сколько турниров в серии Major выиграла команда Fnatic? Три. Блин. Назови, какие я буду. Так, погоди. А сколько у меня есть времени на раздать? Не знаю, пока мне не надоест. Я даже не буду пытаться вспомнить. Я передумал, плохая была мысль. На каком турнире серии Major победу одержали Гэмбит? Краков. Да, Краков. Да нормально я реагирую! Я просто сдержанный! Сколько раз НИП выходили в финал Мейджора? Я потом весь, что говорил... 4. Не 4. Не 4. Еще раз вам дадим, чтобы проверим. 5. Ай-яй-яй. Это я забыл Катовицу 15-ю. Ты можешь... Салу. Кто ты из вас можешь назвать? Кого? Все чемпы? Все 5. Первый DreamHack, Катовица, где проиграли Virtus.pro, потом они выиграли Кёльн, потом они играли с Майкелеля DreamHack, в финале LDLC проиграли, и пятый они Салу проиграли. Как ты это не забываешь? Я прошлый дурик вспомнить Катовица. Не могу, а ты, блин, все помнишь! Какой французский игрок участвовал на всех мейджорах? Погодите, их так мало NBK. Осталось. Ага, погоди. Кеннис, получается? Ты меня за матюки повторно бьешь или что происходит? Французский, правильно? Французский. Французский. Это не RPK, не Existence. Apex! Да что ж такое? Ну ты два раза назвал. Каких-то игроков я тебя ударил. Ага, ну, позже. Ну, похоже, что Apex. Ты кем сказал Apex? Ну... Не Apex. Алло, французский игрок, вы что, парни? Шокс. Твою. Да, да как забыл. Я думал NBK. NBK не был на фейсе Major London. Сколько мейджоров проводилось в Польше? Четыре. А по-моему пять. Нет, не пять. Отрицательный. Что там? Четыре? Черт. Все. Вас убили то. Да чтоб тебя боженька, ебать.